Вопрос. Борода. Почему вдруг? Вот просто вот. Знаете, в какой-то момент просто утомило бриться, решил попробовать. Вот так вот. Я так скажу, мне 34 года, она наконец начала расти. Потому что во мне много разных кровей намешано, но одна из них татарская. Ага. И татарская кровь предотвращает рост бороды. Татаро-монгольская даже такая. Потому что мама у меня с Волги, а там прошло иго по всем катком асфальтовым. Вот, не и, только по Волге. Да, и вообще. До Литвы дошло, и наконец, да. Вот к 34 годам начала расти, я думаю, надо попробовать, хоть как будет выглядеть. Понятно. Ну, наверное, скоро.